Deməli, dövrlər vasitəsilə dəyişiklərin idarə olunması. Biz bu barədə danışdıq bugün. İndi isə məhdudiyyətləri və inkişafın ardıcıllığını necə müəyyənləşdirmək olar? Dəyişiklərkən korporativ mədəniyyət necə olur və onunla nə baş verir? Nə üçün komanda inkişafı təşkilatın məhsuldarlığı yolunda mühüm alətdir? Növbəti natiqimiz Maksim İmaz olacaq. Maksim İmaz liderlik, təşkilati davranış və dəyişikliyin idarə olunması üzrə tanınmış təşkilati effektivliyi və inkişaf konsultantıdır. Shadow Work coaching proqramının sertifikasiyalı coach olmaqla Maksim İmaz komanda tipləri adlanan komanda idarə etməsinin unikal modelini inkişaf etdirmişdir. Onun konsultasiya portfolyosu Sanofi, Glenmark, Gazprom, Nordgold, L'Oreal kimi bir çox müştərilərə əhatə etməkdədir. Добрый вечер. Сейчас, наверное, могу действительно сказать добрый вечер, потому что уже вечер. Большое спасибо организаторам, что пригласили. Хочется пошутить. Спасибо большое участники, что остались, что возвращайтесь, потому что действительно с вечером уже это тяжело делать. Итак, сегодня хочу рассказать вам про изменения без проблем, без надломов. Действительно, для того, чтобы взять эту тему, я проанализировал свою жизнь и подумал, сколько же ошибок я совершил, сколько же проектов я запорол и сколько же неприятных минут я пережил. Но проблемы и ошибки — это всегда опыт. И сегодня хочется поделиться своим опытом, ну и, конечно же, своими ошибками, чтобы вам было не скучно. И сегодня я вам хочу рассказать про 3 парадокса. Что такое парадокс? Парадокс — это какая-то такая вещь, которая внешне или по первому впечатлению кажется не связанной друг с другом, но если рассмотреть ее ближе, то на самом деле эти вещи очень сильно связаны. И сегодня будет идти речь о 3 парадоксах. Про эффективность развития, про лидерство и командную работу и про стратегическое видение и операционную эффективность. Итак, хочу рассказать вам историю. История началась 20 лет назад, когда молодой человек, ему было 28 лет, был 99-й год, послекризисный, но человек был очень умный, очень активный, имел очень хороший опыт. И вообще он был таким, знаете, фанатом своей работы. К сожалению, я не нашел фотографию свою 20-летней давности, поэтому я попросил Леонардо Ди Каприо попозировать. Мне тогда сделали предложение возглавить финансовый департамент одной небольшой, но международной компании. И мне сказали, ты знаешь, как-то нам надо разобраться с финансами, вообще как-то сделать так, чтобы мы понимали, где наши деньги, когда наши деньги, сколько у нас денег и так далее. Поскольку я был очень умный, просто как 28-летний человек, я сказал, конечно, нам нужна финансовая система, она нам нужна срочно. Чтобы вы понимали, 99-й год в России, в лучшем случае финансовая система, которая присутствовала, была бухгалтерия. На этом, видимо, все планирование и весь контроль заканчивался. Поэтому я очень активно взялся за дело. Мне казался этот проект очень простым и понятным. Я посчитал, поскольку первое образование у меня было такое физическое, айтишное, я подумал, господи, сколько нужно времени? Позвонил своему приятелю, говорю, нарисуешь финансовую модель, автоматизируешь? Он говорит, автоматизирую. Я говорю, за сколько? Он говорит, недели за 2. Я говорю, хорошо, заложу месяц. Спросил, сколько хочешь денег? Он говорит, долларов 200. Я говорю, хорошо, заложу 500. Собственно, так мы и спланировали. 3 этапа, 1 месяц, 500 долларов, финансовая система, планирование, учет, контроль. И больше мы ничего не делаем, потому что все работает автоматически. Напоминаю, мне было 28 лет, и я был очень умным. Потом я приступил к первому этапу своей деятельности. Я пошел разговаривать с пользователями. Знаете, у меня были трейдеры, у нас была компания, которая занималась продажей стали, продажи металлолома по всему миру. И мне нужно было, чтобы эти трейдеры участвовали в процессе планирования, чтобы они заполняли определенные формы. Я к ним пришел и говорю: господа, смотрите, мы сейчас внедряем очень мощную финансовую систему, и она вам будет очень помогать, потому что каждый раз, когда вы будете заполнять формы, в конце месяца вы будете получать очень правильные отчеты, на основании которых вы будете четко понимать, что у вас происходит, будете планировать свою деятельность, и вообще как бы вам будет легче работать. То есть я им рассказывал про повышение эффективности их деятельности. И я был очень увлечен этой идеей. Хочется спросить, как вы думаете, сколько человек захотело участвовать в этом? Ну да, приблизительно. Хотя я одного все-таки уговорил. Одного я все-таки уговорил, я с ним персонально, так сказать, долго разговаривал. Потом, видимо, какой-то дар убеждения у меня есть. Вот. И я удивился, почему люди не соглашаются. А потом я вспомнил высказывание одного из моих, ну, скажем так, учителей. Он вам, наверное, тоже хорошо известен. Вот, поскольку я был физиком по первому образованию, я вспомнил, что, оказывается, задачка, она очень плохо решается на том же уровне, на котором она была поставлена. Я подумал, действительно, надо заняться как-то вот изменением какой-то ситуации. И тут родился вот так называемый первый парадокс. И первый парадокс называется эффективность развития. В чем идея? Если мы хотим повысить эффективность работы какой-то системы, нам, как говорил Альберт Эйнштейн, необходимо что-то развить. То есть нам нужно развивать этих людей. В моем случае мне надо было больше внимания уделять моим пользователям, то есть развивать их. В чем идея? Идея заключается в том, что если люди узнают что-то новое или они начинают как-то по-другому мыслить, то им очень сложно вернуться на тот же уровень эффективности. То есть они уже не могут туда вернуться, они уже начинают работать по-другому. И наоборот, в чем идея вот парадокса? И наоборот, если вы хотите помочь людям развиваться, а некоторые из вас, ну, кто работает в HR-департаментах, мечтают о том, чтобы люди хотели развиваться. А люди говорят, да как-то, ну вот, в общем, мы не против, но как-то зачем нам это дело? То в этом случае действует вторая часть, необходимо мерить их эффективность. И когда вы меряете эффективность, люди как-то лучше включаются в развитие. Приведу пример. Так поступает со мной мой тренер по плаванию. Каждый раз, когда я пытаюсь прогулять тренировку, и он это чувствует и знает, он мне говорит: так, Максим, ты помнишь свое время? Скорость свою помнишь? Я говорю: да. А помнишь, сколько дней у тебя осталось до очередных соревнований? Я говорю: помню. А как ты думаешь, сколько нужно тебе работать, чтобы добиться того времени и той скорости, какой ты хочешь? Я говорю: все понятно, я пошел тренироваться. Ну, то есть, грубо говоря, если вы хотите сподвигнуть людей на развитие, необходимо мерить эффективность. Если вы хотите повысить эффективность, необходимо инвестировать в развитие людей. Таким образом работают парадоксы. Вот, ну, хочу вернуться к той истории с умным молодым финансовым директором. Он пошел дальше. После того, как он все-таки разработал финансовую систему, как-то ее запустил, отладил и как-то договорился с пользователями, он вернулся к своим людям. Упс, пардон. Он вернулся к своим людям, к своей команде, к финансовому отделу и сказал им: так, господа, смотрите, я уже все в общем сделал, дело за малым. Надо теперь поддерживать изменения. Ваша задача — пойти к людям и продолжать им объяснять, и делать так, чтобы они заполняли формы, отвечать на их вопросы. Но вы же профессионал, они не профессионалы, объясните им. Вот, как вы думаете, что мне сказала моя команда? Ну, приблизительно. Они сказали: Максим, ты знаешь, мы в тебя верим, но у нас столько работы, у нас вообще-то есть чего делать. Тем более там еще были бухгалтера, они сказали: Максим, у нас вообще там отчетность и так далее. А я всегда считал, что финансисты — это самая клиентоориентированная публика. Они всегда хотят поделиться вот своими знаниями и помочь другим вот разобраться в этой китайской грамоте, потому что в среднем нормальные люди очень боятся финансов. Вот. Ну, собственно, здесь родился второй парадокс, который называется лидерство и командная работа. В чем идея? что я, собственно, какую ошибку я совершил. Когда я занимался внедрением системы, я достаточно сильно оторвался от своих людей, я вообще про них забыл. Соответственно, если вы как лидер отрываетесь от своей команды, она тоже где-то про вас забывает, и в ней начинаются какие-то интересные процессы. Собственно, так я и сделал. И в чем парадокс? Если вы как лидер участвуете в командной работе, то люди, они с удовольствием берут на себя ответственность, как ни парадоксально. И также наоборот. А в хорошей команде, в хорошо сплоченной команде всегда появляются инициативы, всегда появляются лидеры, как ни парадоксально. Понимаете, да, про что? Если у нас останется время, я хочу вам потом показать еще такой ролик. Ролик вот про это взаимодействие, оно такое интересное и парадоксальное. Вот. Соответственно, пришлось тоже с ребятами как-то поработать с ними, там, посидеть, поразговаривать, потратить время. Хотя мне казалось, что все должно быть сделано автоматически. Умные люди иногда так думают. Вот. И, собственно, пошла третья история. Потом мы внедрили систему. Она запустилась. Могу сказать сразу, что прошло больше 1 месяца, гораздо, и больше $500. Потом генеральный директор мне долго вспоминал эти $500, я помню. Вот. Потом мы внедрили систему. Спасибо, Леонардо. Вот. И, собственно, видите, внизу у нас график развития системы, а наверху у нас график развития бизнеса. В какой-то момент мой генеральный директор мне говорит: ты знаешь, Максим, а у нас тут возникли стратегические инициативы, и мы тут решили открыть филиалов, вообще решили запустить новые, там, не знаю, бизнес-процессы, и как-то вообще мы решили двигаться дальше. Так что давай-ка свою систему настраивай под нас. И тут Максим понял, что как-то система-то, в общем, отстает достаточно сильно. Не знаю, знакома вам такая тема, нет? Когда вы что-то там делаете, внедряете, а потом выясняете, что вчерашний день остался вместе вот с этой вот инновацией, а бизнес уже ушел вперед. Собственно, родился третий парадокс. Strategy and Operations, или стратегия и операционная деятельность. И здесь тоже действует такой же интересный принцип. С одной стороны, любая стратегия опирается на вашу операционную деятельность. Очень сложно разрабатывать какую-то стратегическую вещь, если вы не знаете, что у вас происходит в настоящий момент, если вы не провели так называемую инвентаризацию, с одной стороны. И с другой стороны, если вы хотите развить эффективность вашей операционной деятельности, вам необходимо думать про будущее, думать про стратегию, как ни парадоксально. Тоже хочется привести пример. В одной фармацевтической компании руководитель жаловался на то, что его топ-менеджеры не участвуют в разработке стратегии. Он говорил: ты знаешь, вот я что-то как-то вот один стараюсь, думаю, придумываю, планирую, с ними разговариваю, они говорят: как скажешь, вот как скажешь, мы так и будем делать. Он говорит: давайте подумайте, попланируйте, представьте себе, а они ни в какую. Я говорю: в общем, как бы лекарство очень простое, парадоксальное. Пожалуйста, попроси их провести инвентаризацию того, что они делают сейчас. Проанализировать, что есть сейчас. Насколько эффективна их операционная деятельность. И парадоксально, они это сделали, и сразу у них появились какие-то мысли, как все это дело улучшить, изменить и так далее. Так работает, в общем, креативное мышление. Собственно, резюме. Каким образом сделать так, чтобы минимизировать вот эти обломы или проблемы в внедрении изменений? Надо применять 3 парадокса. Инвестировать в людей, инвестировать в их развитие и обязательно контролировать прогресс. Сегодня коллеги уже об этом говорили. Быть обязательно частью команды и, что называется, так сказать, слово encourage по-русски, вдохновлять людей на взятие ответственности и обязательно быть включенным в стратегическое видение, в стратегическое развитие для того, чтобы и проверять эффективность операционной деятельности. Вот эти 3 простых парадокса, казалось бы простых, они очень сильно помогают нам управлять изменениями не только в организации, но и, собственно, во всех коллективах, в команде, в управленческой команде, среди больших директоров или среди функциональных команд, там финансовый департамент, sales департамент, HR и так далее. Если мы помним про третий принцип, то нам, в общем, становится легче. И здесь я хотел предложить небольшой чек-лист, чтобы вы посмотрели и тоже подумали, насколько эти парадоксы в вашей жизни, в вашей деятельности вы используете. Первое, какие компетенции вам удалось лично вам развить за последние полгода. Можете просто подумать, получается, не получается. Второе, насколько профессиональные люди или люди, которые работают в вашей команде, насколько вы им доверяете. И третье, насколько вы участвуете в стратегии вообще, как в таковой, и знаете ли вы, что у вас будет в вашей профессиональной жизни, в жизни вашего бизнеса или вашей функции, вашей дирекции через год. И это такое простое как бы исследование, которое можете проверить, насколько вот эти парадоксы в вашей жизни работают. Так, и сейчас хотелось бы показать вам кино. Если вы не против, как раз мы успеваем. Это как раз про взаимодействие лидера и команды. Спасибо. Дмитрий, можно? Спасибо. Все поняли? Ладно. Теперь они ваши. Начал. В прошлое воскресенье я видел команду, которая делала все, что в ее силах, чтобы победить. Мы проиграли не из-за нехватки желания. У нас не было лидера, не было доверия. Одна из этих проблем решена. Теперь нужно, чтобы игроки поверили друг в друга. Обычно на это уходят годы, а я прошу вас уложиться в неделю. Задача почти невыполнимая, но выбора у нас нет. Я знаю, вас тревожит исход будущей игры. Настоящий мужчина не побоится признаться в своих тревогах и страхах. Именно это я и прошу вас сейчас сделать. Кто начнет? Говорим о страхах. Страхи. Я боюсь пауков. Тренер, я тоже боюсь пауков. И у меня от этих тварей крыша едет. Я вообще-то о другом. Я о том, что... Можно себе представить, как эта тварь ползет по руке, а потом по груди. Все. Спите спокойно, все пауки на ночь сбегаются к Джумбо. Все это здорово, но речь совсем о другом. Речь о том, что пугает нас на поле. То есть о полевых пауках? Пожалуйста, хватит о пауках. Пчелы. Пчелы? Пчелы? Пчелы. Ты правда их боишься? Господи. А кроме насекомых, вас что-нибудь пугает? А? Давайте. Трясина. В точку. Эй, трясина — это полный абзац. Тебя начинает засасывать, и ты орешь, как резаный, а рот забивается дерьмом. Шейн говорил о другом. А? Он имел в виду другое. Что другое? Спроси его. О чем ты? Вот играешь, и вроде все идет как надо, а потом вдруг облом, потом еще, и еще. И чем больше стараешься исправить ситуацию, тем быстрее тонешь. И вот уже не можешь шевельнуться и не можешь дышать, потому что накрыло с головой, как в трясине. Да. Верно. Бывает. Это точно. Глубоко копнул. Чего еще вы боитесь? Возвращение в магазин. В доки. На завод. В тюрьму. Понятно. Суть в том, что вам дали то, о чем мечтает любой спортсмен. Еще один шанс. И вы боитесь облажаться. Все боитесь. А если боятся все, то и победить страх можно только всем вместе. Объединимся и переселим страх в команду Сан-Диего. Да! Спасибо. Спасибо большое.